Активисты ТОС в Октябрьском районе намерены чаще привлекать к своим проектам предпринимателей. В планах устроить совместную встречу с руководителями предприятий. Инициативным жителям важна финансовая поддержка, которую могут предоставить социально ответственные бизнесмены. Это и помещение для соревнований, концертов и призы для участников. Без партнерства нам работать очень сложно. Вот, допустим, мы проводим праздники. Естественно, мы сами их провести не можем, хотя финансирование поступает. Мы обращаемся к нашим партнерам. Вот в нашем ТОСе, вот вчера мы проводили фестиваль, нам помогали. Они, допустим, к нам за какой-то помощью обращаются, как, допустим, к ТОСу, но это бывает не так часто, а мы к ним обращаемся чаще, потому что у нас проходят какие-то мероприятия. В Октябрьском районе активно сотрудничают ТОС «Иня» и горнодобывающая компания «Карьер Барок». На территории школы номер 115 совместно установили камень памяти землякам, которые дошли до Берлина в 45-м. Теперь школьники несут вахту памяти. Здесь планируют проводить уроки мужества и встречи с ветеранами. Сотрудничество налаживают не только с компаниями, но и с ведомствами. ТОСы Октябрьского района и представители МЧС выходят в рейды и рассказывают жителям о противопожарных правилах. Взаимодействие у нас идет активно. Мы всегда ходим в рейды по частному сектору, по семьям социально незащищенным, ну и попадающим в группу риска. Постоянно инструктируем, обучаем мерам пожарной безопасности их. И по возможности с отделом от администрации представители бывают, и раздаем, и устанавливаем дымовые пожарные извещатели, ну, что очень важно на сегодняшний момент. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.